Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Dark Souls. Так, первый луч мы настроили, осталось еще два. Так, где у нас тут? Вот это. Загрузить. Так. Что-то демон-то у нас какой-то. Не демонический был. Так, надо сохранить сразу. Ну все. Идем. Лучи, перенаправь лучи. Так. А, не здесь. А, вон, все нашел. Так. Что-то я не туда, да? На. Давай-ка так. Так. Куда еще мне надо? На. Ну что ты не схватился, я не понял. Вот так. Не, не туда разве? Закрыто. Такие черепа, блин, прикольные. Так, ладно, будем смотреть. Бомба. А зачем мне бомба? Куда мне ее кидать? Не вижу, не вижу. Так. Куда я здесь могу попасть? Может, мне вот сюда, это точно. Только... Что мне здесь бомбить этой бомбой? Я вот без понятия. Перешел в чистовик. Так. Идем в другую сторону. Куда здесь? Сюда. А-а-а! Подождите, вон она, бомба-то куда надо. Ладно, сейчас прокатимся. Я то я с другой стороны смотрел. Сейчас, минутку, подождите. Правда, зачем она? А, там портал. Так. Бежим, бежим, бежим. Так.
Ну давай сюда. Все понятно. Так, кто на меня? И поехали. Ой. Я хоть еду? Да, еду. Подождите. Я что, зря прокачивал секиру, что ли? Специально для таких случаев. Ох ты, фабла. Да. Так. Забрал. Интересно, это так бы долго поднимались, если бы я бы не убил его. Не ходи туда. Олегрышка, лихие мастера. Это что? Ой. Так, ладно, предположим. Такс. Или вот так преодолеть может. Понятненько. Так. Ой. Бежать, долбить их придется. Ага, вон оно как. Оно по кругу. Подожди, беги, беги. Делать-то? Где? Блин, ладно. Значит, вас расстреляем. Или что, или мне на лифте подниматься надо заново? А нет. Будем расстреливать. Где у меня там? Ну давай. Да.
Сколько вас можно расстреливать? И здесь, я уверен, такая же фишка будет. Давай. Один хотя бы должен вылететь сюда. Под выстрелы. Ладно. Так, вы, получается, все равно по кругу гоняете. Ладно, не успел. Ладно. Давай. Так. Да спокойно ты. Все, всех вас сбил. Да, оружие поменяю. А где оружие заменять? Где там опыт? Вот, здесь же менял. Вот оно. Блин, не туда попал. А, вот так вот надо. На, вот все, понял как. Поскакали. Так. Опа. Так, что-то с ними не так. Ладно. Подожди. Опа. Взял. Так, сейчас тропинка построится. Куда ты, тропинка, меня привела? Давай. Хочешь.
так. Блин, профилонил. Профилонил, ладно. С кем не бывает. Ну же. Давай. Опа. Жалко, что вы недолговечны. Заставляете меня скакать. Вот здесь-то на обратном пути, по ходу дела, надо будет взять. Скорее всего, так. Если, конечно, не... Понятно. Давай, 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 давай. Смотрим, что у нас здесь. Это башня двигающаяся. Так. Заплывнуть мы успели в нее. А как надо-то? Так. Что-то я вот часто я ни хрена не понял, как надо. Если я в башню буду влетать, то мне хрен ли, что-то я не понял. Так. Да за каким хреном ты прыгнул? Я при подрезе под другой вообще-то думаю. Да за каким ты выпрыгиваешь-то? Твою ж мать! Как-то так оно должно работать. Но. Так.
хрена не так. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Да как так? Ладно. А, вот так вот надо было. Все. Разобрались хотя бы. Падла. Да. Да. Получи, козёл. Конечно, я иду. Ты же не придешь. Так, опять луч. Что-то ладно, на обратном пути я возьму. Это что-то... Уж больно напряжно все это как-то. Ага. Что тут? Ничего, что я поверху пошел. Так, какие-то порталы. Ладно, предположим. Такс. Такс. Ну, вниз спущусь и... Что я взял? Что я взял? Ключ. Мощная.
На! Что-то опускается опять. Какие-то штуки, какая-то головоломка опять. Хорошо, предположим. Берем. Блин, такой куб с таким черепом. Так, теперь. Сюда. Пойдем. Так, третьего-то куба у меня нет, наверное, это я сам буду. Так. Наверх все еще пока не ушел. Ладно. Блин, и сам-то упал. Да не так, наверх надо, я так думаю. Как-то они вообще упали. Что-то как-то надо выровнять. Так. Пойдем посмотрим, блин, как тут. Тут на каких-то утяжелителях висят, на каких-то нет. Пока. Так.
получается, да, куда-то проваливаться. Минутку. А, он так не может. Так. Где у меня второй чемодан? Теперь как бы мне туда попасть? Дело сделано. Вот так. О, это ты меня не засасывай. Так, а как мне... Не получается, ладно. А блин. Да не надо меня засасывать. Так. Так, успел. Блин, опять не так. С тобой делать? Так, ладно. Сюда мы выпадем. Не дает.
Не дает. Так, ладно. Перебегаем. Мне надо будет сделать, чтобы он был пустой, правильно? Понял. Только одна из вас высоко поднимается, что ли? На. И почему я опять ниже стал? А что-то я не пойму. Как так получается? Так. Пускаются там вроде до конца. Ну сколько ты? Ага. И вот так я должен оказаться на край. Да я прицелюсь. Да. Yeah.
до максимума, да, поднялась? Вот так. А как мне сейчас тебя перебросить? Блин, да не так. Дойди до конца. Есть. Поднимаюсь. Блин, надо сохраниться, что ли? Что-то я запарился с этим скаканием. Так, данные. Сохранить. Самая верхняя строка. Да. Принял. Так. Это еще до босса не дошел. Там еще босс должен быть. Ладно. И на. Получи. Подожди. Ничего. Взлетел. Вперед к земле и снова к небесам. Ага, я должен. Я. Что взял? Расположение всех сундуков. Ну, короче, не очень-то я там выиграл. Ага. Подожди. Не понимаю. Вот так. О. Взял. Вот так. Да. Что за дворцы такие? Как у Кощея.
это я про Фиону где-то. Что-то не так наделал. А, это не для меня. Так. Так, раз они у меня закрыты. Да почему? А. Значит, вот этот должен разбить сам. Я так понимаю. Так, тогда минутку. Давай. Подожди. Ты думаешь, я к этой штуке приблизить? Ты ошибаешься. Хотя, может, тебя и так бить можно. Не. Наверх надо прям. Точно помню, что твоего собрата я именно так победил. Ты сюда бежишь? Ни хрена себе! На! Да неправильно все. Боже, что ты у меня ходишь? Падла. Ладно. Я убегу, запрыгнуть-то на тебя, да. Так, ладно. Да, твою мать. Куда ты меня там забил-то? В угол забил эту хрень, представляете? Какой ты мощный.
ни хрена. Ладно. Давай-ка я превращусь. Бей. Беги. На. На. Ой-ой-ой. Ха! Последний раз, это не последний, единственное, что надо узнать. Отрубил тебя нахрен с эту гильотину твою. Разбил. Стража разбить. Так, луч тоже трогать не стоит. Так. Пошло такая. Опа. Опа. И последний, на. Так. На. Так. Все, шарик, пойдем. Здесь мы собрали. Ой-ой-ой, куда мы? Надо не пропустить здесь ничего. А то мало ли. Так, минутку. Ага, ага, вниз только не упасть. Вниз только не упасть. На.
Так. Тут-то я не совсем понимаю, как вот здесь вот надо быть. Так. Как это должно выглядеть? На. Так. Так, блин, как бы. А при чем здесь я-то? Только меня надо назад вернуть. Вот так. Все хорошо было. На. Спускайся давай. Так. Добил вам тренажер. Как нам сделать? Я поднимаюсь. Да, блин. Подожди. Где у меня луч? Получилось. Все, так, этот геморрой мы прошли. Опаньки. Давай, давай. Как-то, блин. Не понял. А что там? Опа. Начинается. Давай, я даже уверен, что тут надо будет сейчас биться за выживание. Души, души, так. Это не все так легко и просто. Собрали. Как нам туда перебраться? Без потерь.
Так. Красную кнопку. Страница 68. Все хорошо. Переодевайся. Давай. Не понял. А вот так вот можно сделать. Сейчас, подожди. И вот так. Получилось. Так. Еще немного продвинулись. Ой-ой-ой, по зеркалам бить надо. Портал открыл. Где ты открылся? Так. Отсюда. Ну, предположим, ладно. Не знаю, правда, куда ты бить собираешься. Так, подожди минутку. Чего-то не достает. Он то и не достает. Так, так. А, вот так вот он туда будет. Да-да, он. Портал сначала там открыть. Все понял. Все понял. На. Открывать. Оттуда вам надо будет. Опа. Опа. А я достану так? Поехали! Ну? Да. Все, перенаправили луч. Можно выдвигаться. Интересно, я посюда смогу обратно пробежать? Ну ладно, уж не буду рисковать. Куда-нибудь да выпрыгну. А, вот сюда я выпрыгну. Так, ладно, шарик мы собрали. И... Опаньки! Поехали! Вот так. В случае чего, да? Так, пока не паникую.
луч зарядился. Так, что у нас там есть? Портал у нас там есть. Куда ты упал-то? Отсюда-то я хоть попаду в него? В теории-то должен попасть. Вот так. Все. Осталось только выждать. На! Второй луч пройдем. Мироздание болеет, всадник. Обугленный совет не хочет признать это, но дерзнувшие взглянуть видят. Мы должны были сделать что-то. Открытое нападение на королевство тьмы — это нарушение договора. То, что ты предлагаешь, безумие! Азраил, зло множится в мире, и все быстрее. А небеса бездействуют. Совет связал нам руки. Сомневаться в Совете — значит сомневаться в Создателе. Ты думаешь, что тебе виднее? Да, старый друг. Да. Когда печати будут сломаны, ад пришлет приближенных своего владыки, чтобы определить условия войны. Все вожаки соберутся в одном месте. Ударив, мы отсечем голову зверя. Воины небес уже готовы. Но если сломать печати, начнется последняя битва. Мир людей еще недостаточно силен для нее. Земля будет уничтожена. Последней битвы не будет, Азраил. Мы сокрушим тьму еще до того, как битва начнется. Договор о мире священен. Даже победив, мы навлечем на себя гнев Совета. Его посланники найдут печати нетронутыми. Чьему слову они поверят? Слову небес или слову отца лжи? Но теперь ты понимаешь мой замысел. Печати будут изготовлены заново. Все подумают, что легионы ада перешли в наступление и были остановлены нами. Ты сделаешь это ради торжества света? О, Азраил, старый ты дурень. Подделал печати, потом получается. Мы сломали все печати, кроме последней. Авадон приказал не трогать ее. Он сам ее охранял. Ты уверен? Да, полностью. Мы боялись вовлекать в это всадников. И не думали, что нам придется, пока не стало слишком поздно. И за вашу измену должен расплачиваться я. Предательство! Война! Ты должен уничтожить всех, кто в этом замешан, и начнешь с него! Нет. Глупец! Ты противишься воле Совета? Ты тоже слышал признание Ангела. Моя служба Совету закончена. Чего ты меня мучаешь, козлина? Мы сотворили тебя. Ты наш. Ты еще должен найти разрушителя и прикончить его. Напомнить тебе про равновесие. Вставай. Азраил будет жить, пока будет полезным. Потом ты исполнишь свой долг. Блин. Ох, наставил день, я тебя прикончу. Расхреначу тебя там.
еще выше, да, Саша? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. По поводу весов этих трех, скажу одно. Каждый из них на разном уровне останавливается. Один высоко, другой чуть ниже, третий ниже. Даже в клубах, в стрибе с клубом. Все они разные. Ну что ж, на этом все. Пока!